Добрый день. Сегодня получила я посылочку вот небольшую с Алиэкспресс. Даже не знаю, что там, потому что сейчас чего-то трек номер не дают. Бижутерия. Сейчас покажу ближе. Я думала, мне не отсылают ее, а она уже пришла. Сейчас покажу ближе. Упаковано простенько. Вот. Такое колье. И сережки. Такие беленькие. Я на лето так хотела белые. Нашла, цена приемлемая очень. Посылка шла где-то 20 дней. Быстро пришла. И главное, и почти не отслеживалась. Они дают сейчас свое отслеживание, какой-то сайт. То там еще и не намечалось вроде отслеживания, или только в Пекин пришло, показали. А тут уже и мне принесла почтальон прямо домой. Все. Все. Здесь уже можно, он короче, длиннее. Вот цепочка еще дополнительная. Как я, то на край делаю. А как тоненькая шеечка, то можно вот так сюда. Можно вот так. А цепочка будет висеть. Кулончик длиной 4,5 сантиметра. Вот этот ободок. Ну, естественно, не золото, но красиво блестит. Под натуральное. Но пока оботрется его, что я имею бижутерию, то каждый день не буду тягать. То будет оно у меня долго. Вот. И сережечки с ободком золотистым, красивым. Рассмотрим ближе. Золотистый ободок, продолговатый. Вот сережки. Теперь такой кулончик. Беленький, блестящий ободок и цепочка с бусиками. Вот. Кулон этот. Вот цепочка с бусиками. Два ряда бусиков. Меленьких, белых. И цепочка посреди. Вот сережки. Ну, мне нравится. Цена приемлемая. Может, вам кому понравится. Набор этот. И цена. В общем, показываю. Мне очень нравится. А летом загорелая шея будет. Светлый наряд. Красиво. И сережечки такие, размер хороший, не то, что там по 6 сантиметров длина. Ссылку, как всегда, оставлю в описании под видео.